В какой мере гендерное равенство должно быть представлено на административном уровне? Как вы думаете, это положение можно изменить с помощью принятия разнообразных законов или необходимо ждать, когда нравы, обычаи и менталитет людей изменятся через убеждения? Иногда очень тяжело изменить культуру и менталитет людей, устранить препятствия на пути женщин для участия в общественной жизни. Не думаю, что можно менять менталитет людей через закон, хотя он и нужен. Таким образом, обеспечиваем равные шансы для всех. Говорил не только о женщинах, но и о сексуальных, религиозных и этнических меньшинствах. The law can help. But it doesn't solve the problem until the mentality changes.